эфире радио «Панорама» Всемирной радиосети. Продолжаем выпуск. Теперь к новостям эфирного радио. Вместе с хинди, урду, арабским и непальскими языками китайский будет добавлен как 7-й язык для программ зарубежного вещания «Бангладеш-Бета». Предложение по этому вопросу находится в процессе проработки, согласно информации директора департамента навещания «Бангладеш-Бета» Кемаля Ахмеда. По его словам, китайский и персидский языки рассматривались в качестве 7-го и 8-го языков вещания, но сейчас в приоритете находится китайский вещание, но они планируются начать как можно скорее. Ожидается, что произойдет это в течение 2017 года. В настоящее время государственный вещатель ведет трансляции на зарубеж на 6 языках – бенгальском, английском, урду, непальском, арабском и хинди. Эта служба выступает в качестве выполненного посла Бангладеш, сказал Кемаль Ахмад. Она транслирует программы для слушателей зарубежных стран.